Многие просили у меня скинуть им мой дезэффект, но я не мог этого сделать. Ведь ссылки у меня не было. Почему? Потому что этот дезэффект сделал я, соответственно, есть он только у меня. А как так получилось, то что я пошел какой-то дезэффект делать? Дело в том, то что где-то в 2018 году был какой-то похожий эффект, и многие с ним реально играли. Но сейчас я этот эффект вообще нигде не смог найти, его, видимо, просто удалили, поэтому я просто решил воссоздать его сам. Ну и сейчас я выкладываю его в общий доступ. Можете с ним играть, кто хочет, если вам уж он так сильно понравился. Вам нужно будет просто скачать его по ссылке в описании, там два файла, перекинуть их в ресурсы ГД, потом в игре обязательно выбрать вот этот эффект, и все будет работать. До связи.